Ну вот период становления клубов, это были 90-е годы, малиновые пиджаки, перестрелки. Приходилось заниматься, это не смех, вот маркетинговая часть. Игорь Николаевич чем занимался в клубе, помимо того, что был тренером? Значит, игрока отдали в СКА Санкт-Петербург. Санкт-Петербург нам вернул вместо два погрузчика овощных, которые мы запихнули на овощную базу. С овощной базы привезли картошки, морковки и все остальное, чтобы кормить первую и вторую команду. Понимаете? А потом еще получили какую-то «Вольву». И вот «Вольву» я в такую жару гнал. Никак не мог понять, что ж такое. У меня все кипит со спиной. Не знал, где выключить. По тем временам пригнал к нам, ну тоже машину, ну извините за выражение, втюхали для того, чтобы кормить команду. Вот организовали вторую команду «Динамо», которая позволила в те годы создать команду вторую. Во второй команде у нас были царство ему небесное, Карповцев, Королев, Яшин, Каспаратис, Ковалев, Жарнов. Если кто-то вот из ребят следит за хоккеем, вы прекрасно понимаете, это дало возможность московскому «Динамо», выстроив вторую команду. На вторую команду по тем временам нам понадобился бюджет в 90 тысяч рублей. Это для того, чтобы только держать команду на сборе в Новогорске. Существует ли программа обмена знаниями или там методиками с федерациями хоккея США и Канады, которые являются передовыми в мире, и возможно с федерацией Швеции? В чемпионате мира всегда проходит семинары, двухдневные или трехдневные. У нас на Кубке Первого канала проходит семинар. Мы всегда проводим. С привлечением международных спикеров? Да, да. Вопрос, работает ли в основном составе и в юношеских сборных командах спортивные психологи? Сложно, конечно, с врачами. И я не говорю только, психолог должен быть вообще настолько тонкий человек. Он должен быть, никогда не должен влиять, он должен смотреть, он должен сидеть где-то на трибуне. Но это должен и тренер чувствовать этого человека. Он должен довериться этому человеку. Мы говорили о конкуренции как раз. Делает ли ПХР какие-то обучающие семинары для тренеров, для молодых игроков? В Америке вот собирается так, ребят, кто хочет работать с детьми. Прочитали 15 уроков. И дали лицензию на проведение работы с «Золотой шарик». И дали по книжке. Что нужно делать? Это... Вы сказали, что ну, каждую команду надо как-то насильно заставлять, да не заставлять ее усердно тренировать, да? А как тогда с нашей сборной по футболу выступить? Я давайте будем так. Насильно. Слово «насильно» нужно убеждать людей. Нужно приводить примеры, нужно доказывать примеры. Я стал когда тренером, подумал, как заставить олимпийских чемпионов тренироваться. У нас Блинков, ты хочешь играть в составе, вы сегодня тренируетесь, вы должны то-то, вы должны то-то, вы должны то. У нас шары вот такие, извините за выражение, здесь уже стоит этот, как у него, Карлсона, уже нагрели там, перчиком нагрели. Выскакивали на стузике фас и вперед. Так мы-то бегаем, мы хотим.